Милиция Минской области поймала нового наркодельца, промышлявшего сбытом психотропной дури. Причем в тот момент, когда он должен был вооружить новую группу сбытчиков. Теперь появилось видео, на котором 27-летний минчанин, находясь в крепких руках бойцов ОМОН, охотно рассказывает историю своего становления как опытного наркодиллера. Изначально, как бы, словами там слушал, смотрел, просто делали муляжи, якобы, ну, проверяли. Сколько времени? Слежка, с какого времени? С 20 марта этого года. Расфасованный смертоносный товар оперативники отыскали в тайниках Минска и района, в доме у задержанного и, собственно, в его карманах в момент задержания. Всего почти 1 килограмм и 50 граммов опасных порошков. Сам делал? Да. Здесь, в доме? Да. Ну, весы, попросили... перчатки, все в доме, да? Да. Молодой человек 3 месяца поднимался по карьерной лестнице, начинал с мелкого распространителя и дослужился до крупного сбытчика. Оплату получал только на электронные карточки, и это порядка $1500 в месяц. Еще немного, и он вооружил бы новую группу наркодельцов. Что ты еще должен был положить? Для... Должен был клады сделать и положить орудия для новых людей, которые начнут открывать тут магазин. Какие орудия? Орудие, травмат получается какой-то и кортик. То есть для двух разных людей? Да. Для чего им это оружие? Не знаю, может, для самообороны. Возбуждено уголовное дело, и вероятнее всего сыщики найдут остальных подельников минчанина.